Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Что, собственно, такое кризис? Что такое кризис? И как это связано или можно связать с позитивными, с положительными эмоциями, с использованием юмора и смеха в нашей с вами работе. Мне очень нравится вот следующий слайд. Китайское слово, означающее кризис, часто упоминается как состоящее из двух иероглифов, означающее проблему и возможность. Действительно, кризис – это на самом деле поворотный момент в жизни любого человека. И в жизни многих из нас кризисы периодически появляются. Следует разграничить как бы на две основные группы кризисы. Это жизненные кризисы, кризисы развития и случайные кризисы, кризисы обстоятельств. Собственно говоря, та ситуация, в которой мы сейчас находимся – ситуация, связанная с коронавирусом, это, конечно, относится к кризису обстоятельств. Но в любой кризисной ситуации есть сходные черты. Это стресс, растерянность, негативные чувства, страх, вина, отчаяние и так далее. Обычно человек может самостоятельно преодолевать кризисные состояния. В начале кризиса усиливается напряжение, тревога, затем активизируется стратегия решения проблем. И в этот период человек восприимчив к самой минимальной помощи и может извлечь значительную пользу из простой поддержки и выслушивания. Поэтому кризисное состояние – это нормальная реакция человека на аномальные события. Под психологической же работой с кризисным состоянием обычно понимается облегчение эмоционального состояния обратившегося и выход на разрешение ситуации. Основные цели специалиста – обозначим. Первое, конечно, это установление доверительных отношений, определение сути кризисной ситуации и обеспечение возможности действовать обратившемуся. Вспоминаем формулу Джека Кенфилда. S – событие или то, что происходит с нами в жизни. Наш ответ на это событие, то, что происходит с нами. И, собственно говоря, итог. И складывается итог у нас, в общем-то, из двух этих составляющих. Но на первое мы не всегда можем повлиять на события, а, конечно, на наш ответ, на нашу реакцию мы вполне способны оказать какое-либо влияние и тем самым оказать влияние на итог. Что мы будем чувствовать, как мы будем себя вести, думать в результате выбранной нами реакции. Как же в этом случае влияют на это все положительные эмоции? Обусловлено влияние этих механизмов, да, положительных эмоций, юмора и смеха, прежде всего тем, что вырабатывается атмосфера взаимной приязни, доверия и открытости. Положительные эмоции – это факторы создания сбалансированного поддержания социально-психологического климата. Ну, все мы с вами знаем, что простая улыбка, да, улыбка – это самый простой и эффективный механизм установления контакта между специалистом и клиентом. И, конечно же, мы все используем этот способ. Использование юмора как влияет на процесс взаимодействия с обратившимися к нам за помощью клиентами. Прежде всего, конечно, помогает посмеяться над своими неудачами, учит не воспринимать что-либо слишком серьезно, ослабевает монотонность и чрезмерную серьезность некоторых мрачных и тяжелых аспектов терапии. Юмор помогает выработать объективную дистанцию по отношению к самозащитному поведению, помогает признавать и атаковать их самовредительство. Юмор разрушает клиентскую помпезность, которая может быть причиной их эмоциональных проблем. Отвлекает от беспокойных и депрессивных мыслей и чувств. Позволяет клиенту до поры до времени чувствовать себя лучше и помогает ему сконцентрироваться на процессе изменений. Юмор наносит ответный удар по излишне серьезному преувеличению,
которое часто ведет к волнениям. Также дает альтернативные идеи и планы, которые помогают преодолевать обобщение и черно-белое мышление. Как правило, юмор не сочетается с категоричными требованиями, которые приводят большинство невротических расстройств, прерывает и разрушает старые и костные привычки мышления, активизирует философию радости и счастья, которая лежит в основе здоровой жизни. Юмор помогает увидеть людям, что они могут контролировать и изменять свои деструктивные чувства, справляться со своими проблемами и иметь хорошие возможности в настоящем и будущем. Юмор парадоксально доказывает, что плохие вещи могут иметь хорошие аспекты, а хорошие вещи, наоборот, иногда могут иметь и плохие аспекты. И юмор показывает, что жизнь, несмотря на трудности, может быть достаточно веселой и приятной. Недавно мне одна клиентка из Страсбурга прислала вот такую фотографию. Она сделала ее в лифте одного французского госпиталя. Вот с такой надписью: «Художество в лифте. Врачи шутят». Врачи действительно используют и юмор, и шутки, и позитивные эмоции во всем мире, стараясь тем самым смягчить ситуацию, снять напряжение, волнение. При том, что это происходит обоюдно, волнение возникает не только у клиентов и у пациентов, но и у самих специалистов, у докторов, у психологов и у других специалистов из области помогающих профессий. Недавно, наверное, многие из вас видели в новостных лентах такие интересные снимки. Врач из США придумал, как улыбаться пациентам, будучи в масках. И это нашло большой отклик в мире. Что он, собственно говоря, сделал, этот доктор? Не имея возможности показать свою улыбку в реальном времени, он разместил свое фото с улыбкой улыбающегося себя у себя на груди. И тем самым, собственно говоря, повлиял на процесс взаимодействия с пациентами. Пациенты действительно в ответ улыбались, и смягчалось некое напряжение во время работы этих специалистов. Ну, мы, слава богу, в костюмах не ходим, но соблюдаем меры предосторожности. Все мы работаем на сегодняшний день в нашей клинике, я имею в виду, конечно же, используя маски, но даже будучи в этих масках, наш персонал, наши замечательные сотрудники всегда стараются улыбаться. И вот сейчас вы видите эти замечательные лица, лица наших сотрудников, начиная с регистраторов и заканчивая администрацией нашей больницы. Как-то это идет иногда подсознательно, иногда осознанно. Улыбка на лицах наших сотрудников, она практически постоянна. И тем самым это хорошо помогает действительно принимать ситуацию несколько иначе. Не так болезненно реагировать на все это. Стараемся напряжение все-таки смягчить. И вот несколько путей, которые можно использовать для того, чтобы научиться оптимистично обращаться с эмоциями. Первое – это любая возникающая эмоция указывает прежде всего на потребность. И если вы злитесь, боитесь или грустите, то остановитесь. Глубоко вдохните и спросите себя, что мне нужно прямо сейчас. Постарайтесь удовлетворить эту потребность, даже если после этого потребуется попросить помощи. Просите о вещах, просите вас обнять, наслаждайтесь жизнью. Второе. Когда вы ловите себя на том, что говорите себе жестокие вещи, подумайте, все это шум в моей голове, и скажите: я отменяю эту мысль, стоп. Поставьте на ее место хорошие, позитивные мысли, говорите себе приятные вещи, встаньте перед зеркалом, сделайте себе комплимент, похвалите себя. Конечно, это не всегда получается, это нелегко, это требует практики, но поверьте, это очень приятное занятие. Зная, что негативные мысли приводят к негативным чувствам и поведению, не пускайте негативные мысли в вашу жизнь. Потренируйтесь говорить: «Спасибо, Господи, за любовь, за смех, за хорошее здоровье». Не проводите свою жизнь, делая то, что вам не хочется делать. Когда вы встречаете людей, общаетесь с ними, старайтесь замечать
только их позитивные стороны. Делайте комплименты, много улыбайтесь, притворяйтесь, пока не почувствуете, что это правда. И в ответ вы получите то же самое, только в гораздо большем размере. Используйте боль и страх как проводников. Уходите от людей и вещей, рядом с которыми вам неприятно находиться. Проживайте опыт здесь и сейчас. Смейтесь над собой, для себя и с другими людьми как можно больше. Помните, что только смехом можно беззлобно уничтожить зло, как говорил Александр Довженко. И прежде всего, конечно, смехом над самим собой, над своими реакциями, над своим отношением к какой-либо ситуации. Это просто необходимо уметь смеяться над самим собой. Таким образом, можно сделать вывод, что положительные эмоции, юмор и смех являются значимыми инструментариями, которые можно и нужно использовать во взаимодействии специалистов и клиентов. Но вместе с тем, в данном ключе важен такт, способность использовать названные аспекты в оптимальном объеме и своевременно. Конечно, все хорошо в меру и все хорошо, чтобы было уместно. Поэтому нам просто необходимо улыбаться, нам необходимо не только настраивать на позитив обратившихся к нам людей, но и самим сохранять спокойствие, душевное равновесие и, конечно, позитивно мыслить всегда и в любой ситуации.